Раскраска с деревяшками. Красный, оранжевый, бежевый, коричневый, желтый, розовый, синий, зеленый. Иго-го! Конечно, иго-го! Вместе собирать малину намного веселее. Вот уже малины, горка ягод, полное ведерко. Раз малинка, два малинка, и наполнилась корзинка. Иго-го! Иго-го хочет узнать, кто собрал больше малины. Иго-го, ты хочешь посчитать все ягоды? Но это же очень долго. Правда, мяу? Мяу. Доброе утро, Дуду. Как узнать, кто собрал больше малины? Иго-го или мяу? Кажется, Дуду что-то придумал. Дуду, отличная идея! Можно взвесить ягоды и узнать, кто собрал больше. На весах две половинки, здесь малинка, тут малинка. Быстро сможем мы узнать, больше кто сможет собрать. Лошадка и кошечка собрали одинаковое количество малин. Красный, бордовый, желтый, оранжевый, бежевый, голубой, коричневый, розовый, зеленый. Морковка или малина? Давайте взвесим. На весах две половинки, здесь морковка, тут малинка. Что по весу тяжелей, мы хотим узнать скорей. Морковка тяжелее малины. Гоп! Мяу! Ты хочешь узнать, сколько ты весишь? На весах две половинки, тут морковка и малинка. Ну а наша мяу здесь, поскорей Дуду их взвесь. Запрыгивай на весы. Мяу! Фиолетовый, розовый, оранжевый, желтый, бордовый, бежевый, зеленый, голубой. Ну вот, мы узнали точный вес кошечки мяу. Чаша малины и одна морковка. Чтобы было интереснее, мяу, мы решили взвесить и узнали у слона, сколько весила она. На весах две половинки, здесь мы взвесили малинку и морковки плошечку, а потом и кошечку. Деревяшки прощаются с вами.